Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Звук «О» не у всех вызывает положительные эмоции, многих настораживает. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Владельцы этого имени очень схожи между собой характером, особенно те, кто родился под управляющими числами 2 и 7. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Книги владельцев этого имени часто становятся бестселлерами, вдохновляя следующие поколения вечных странников поднимать паруса и отправляться в странствие. По существу носители этой вибрации люди необычайно впечатлительные, тонко чувствующие, нуждающиеся в любви и понимании. Но они слишком робки и уязвимы, и несмотря на свое природное красноречие и умение выражать свои мысли, они оказываются совершенно беспомощными, когда дело касается проявления собственных чувств. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.